Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Движение автотранспорта по путепроводу в Чистые пруды откроют в следующем году. Его запустят в экспериментальном порядке сразу после завершения основных работ на объекте, сообщил во время прямой линии в минувшие выходные глава региона Игорь Васильев. В 2018 году на финансирование строительства путепровода запланировано 800 миллионов рублей из федерального бюджета, напоминает Айкиров.ру. Работы идут согласно графика, строители уже приступили к сносу ранее расселенных домов. Завершено сооружение большей части опор, ведется вынос коммуникаций по улице Комсомольской. Все раскопки на этой улице должны завершиться к концу декабря. Дайджест недвижимости. Пенсионерка из Кирова лишилась денег, продавая квартиру по объявлению. Женщина стала жертвой мошенников, действующих по уже стандартной схеме. После того, как потерпевшая разместила объявление о продаже недвижимости на сайте Авито, ей позвонил заинтересованный покупатель. Мужчина был готов немедленно внести залог, даже не осмотрев квартиру. Для этого он попросил пенсионерку назвать ее реквизиты. А получив от женщины номер карты, срок ее действия, трехзначный код и код из СМС-сообщения, списал со счета потерпевшей 23 тысячи рублей. Сейчас полиция занимается поисками мошенника и рекомендует кировчанам быть внимательнее с реквизитами своих банковских карт. Случаи списания средств под предлогом перевода денег за какой-либо товар сейчас достаточно распространены, напоминают правоохранители. Дайджест недвижимости. Собственников недвижимости могут обязать участвовать в благоустройстве прилегающих территорий. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. Он напомнил, что правила проведения благоустройства будет устанавливать муниципалитет. Ранее директор департамента городской среды Минстроя Оксана Демченко поясняла, что ведомство подготовило законопроект, в котором будет прописана обязанность собственников зданий, строений и сооружений участвовать в содержании прилегающих территорий. Правом определения их границ наделят муниципальные власти. Границы будут разными для разных объектов. Одни для торговых центров, другие для социальных объектов, уточнила Демченко. Вести гибкую систему регулирования в Минстрое намерены до конца года. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.